Всем привет, ребята, с вами канал Best Kids TV. Сейчас у нас обзор игры Archery Champion. Давайте мы посмотрим, что это за игрушка. Переходим сразу к игре. У нас есть возможность пользоваться пока только вот таким вот луком, как вы видите. Давайте мы попробуем им воспользоваться. Игрушка на английском языке. Так. Ух ты. А прицел-то где? Угу. Окей. У вас новое достижение. Пошли дальше. Вот такая вот у нас игрушечка. Ух ты! Ха, мимо. Да, игрушка, конечно, немножечко неудобная для меня. Абсолютно неудобная. Вообще неудобная. Честно говорю. Просто жесть. Реально просто, ну, неудобно целиться. Не понимаю. Ужас какой-то, а не игра. И опять реклама. Честно говоря, я в принципе неплохо стреляю из лука, но здесь, ну, я могу поставить реально не больше. Вот такие вот олень. Попробуй попади еще. Жесть просто какой-то. Это просто жесть. Ну реально невозможно целиться просто. Ну. Он просто не дает целиться. Вон. Ну как можно прицелиться? Смотри. Просто, ну, виляет этим луком. И все. Да, это тоже одна из не очень хороших игр, которую подвернулась мне сегодня. Вот. Движущаяся мишень. Весело. Давайте попробуем попасть хотя бы в одну. Есть. Нет, ну такой прицел меня вообще не устраивает, ребята. Серьезно. Это не прицел, это жесть. Это просто жесть. Но на самом деле, даже в реальности из лука стрелять проще, чем вот из этого лука, скажем так. В кавычках. Что-то он там вроде бы... Попал, но не совсем. Тоже мимо. Жесть, просто жесть. Окей, не долетела она тут. Все, мишени у нас больше нету. Пускаем стрелу подальше. Что дальше? Все. Вот такая игрушка, ребята. В принципе, честно говоря, нечего больше показывать. Игрушка просто ужасная. Вот так вот. С вами был канал Best Kids TV. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно включайте колокольчик. Всего вам доброго. До скорой встречи.